Здравствуйте, дорогие наши садоводы и огородники, подписчики нашего канала «Дача без проблем». С вами я, Бабин Иван Васильевич, агроном-садовод, и мы сегодня поговорим с вами на очень интересную тему. В этом году практически во всех садах ожидается очень хороший урожай плодовых, в частности, яблок и груш. В прошлом году не у всех был хороший урожай, деревья отдохнули и заложили огромное количество почек. Вот смотрите, сколько плодовых почек. Все ветки будут облеплены плодами. И если вы хотите, чтобы ваши деревья дали вам вот такие красивые, вкусные, сочные плоды, и все они достались вам, вашим детям и внукам, то досмотрите наш ролик до конца, и вы будете знать, как это сделать. Основным вредителем в наших садах ранней весной является яблонный и грушевый цветоед. Вот обратите внимание, как выглядит взрослый жук яблонного цветоеда. Вот его личинка, куколка. И вот результат повреждения. И вот как выглядит взрослый жук грушевого цветоеда. Вот его личинка, куколка и поврежденные почки. Как защититься от этих цветоедов? Так как жуки весной выходят и ползут по стволу в крону, можно воспользоваться клеем Экотрап, сделав ловчий пояс на штамбах, то есть намазываем узкую полоску этого клея. И все жуки, которые пытаются пробраться в крону, попадаются, прилипают к этому клею. Ну, а те жуки, которые как-то умудрятся, перелетят или переползут с других деревьев и окажутся в кроне, против них, вот в фазу зеленого конуса, нужно сделать одну обработку инсектицидом. Используя для этого или Децис Профи 1 грамм на 10 литров воды, или Танрек 3 миллилитра, или Конфидор Экстра 1 грамм на 10 литров воды. Можно использовать Фуфанон Нова 13 миллилитров. Можно использовать Алатар 5 миллилитров на 10 литров воды. А с грушевым цветоедом бороться несколько сложнее, потому что личинка находится уже в почке, она там зимует, и достать ее там невозможно. Поэтому, когда жуки, отродившись новые, будут находиться в кроне, вот, в течение периода определенного летом, все обработки, которые мы будем делать против плодожорки, пяденец, совок и тли, эти жуки автоматически попадут под эти обработки и частично или все будут уничтожены. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Желаю, чтобы вы не упустили момента. Внимательно посмотрите на свои деревья в садах. И вот именно вот в эту фазу зеленого конуса своевременно обработали свои деревья и защитили их от цветоеда. И в итоге получили вот такие красивые и вкусные плоды. Всего хорошего, успехов вам!